Необоснованные жалобы или безразличие властей. Они пользуются моим состоянием, что я здесь слепая, обездвиженная, да? Почему проблемы парализованной Лизаны Саковой не нашли решения? Никакой помощи, ни материальной, ни продуктовой, ни какой-либо, ни правовой. В какой опасности и сегодня проживает инвалид первой группы? Балкон чуть уже первым был, все. И когда компетентные органы намерены разобраться в ситуации? Неожиданный поворот событий, шокирующие кадры запутанной истории. Смотрите в специальном репортаже Евы Магомадовой сегодня на телеканале «Грозный».